Вейпы на 2 миллиона тенге конфисковали полицейские в Алматинской области. Торговали электронными сигаретами с помощью мессенджера WhatsApp. Незаконную продажу выявили сотрудники областного управления криминальной полиции в ходе проведения ОПМ «Стоп-мошенник». Весь товар конфискован, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит арест или крупный штраф. Мужчине, нарушившему закон, грозит крупный денежный штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо же арест сроком до 50 суток.